Единские гуси уже сели на яйца, поделали гнезда. И уже как по неделе сидят. То не буду трогать. Ни оплода нет, все яйца оплодотворенные. Чем порода хороша, снесли они мне 3 гусыни. Это снесла 16, та 15, это 12 яиц. Все обсели, все яйца, и ну, каждое оплодотворено яйцо. Нет, ни пустых, ни... Начало марта. В конце марта уже будут гусят ранние. Гусы не слазят кормиться. Гусак не кидает гнезда. Даже в некоторые залазить будут морозы. Грел яйца. Холмогоры так вам сидеть не будут. И тем более горбоносые. Единские гуси, или, как они говорят, туляки ложеносые. Я считаю, что самая лучшая порода. И вес у них приличный. И инкубируют без инкубатора. Когда проверяешь, гусени не кусают за руки, не проявляют агрессии. 16 яиц обсиживает легко. Папаша. Папаша. Так что заводите единских гусей, не пожалеете.